Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Kingdom Rush Origins. И у нас с вами убежище Мактанс. Сумеречные эльфы атакуют со всех сторон, и путь к главной площади уже усеян телами и нашими, и их. Захват этих парящих в воздухе ступеней был рискованным, но мудрым решением. Там впереди окопалась Мактанс. Наши бойцы устали, но готовы сражаться до последнего, только бы покончить с гадиной, оскверняющей священные руины. Ну что же, друзья мои, поехали в бой. Я немножечко заглянул сюда, да, попробовал повоевать, и у меня ничего не получилось. Меня тут расколбасили быстренько очень. А проблема была в том, что я начал делать магов, а надо было стрелков. Поэтому начнем с лучников. Лучники. Так, и, наверное, я даже не знаю, сюда мы, наверное, поставим все-таки магов. Так, сюда мы влепим бойцов, пускай будут. Так, и, наверное, где-то вот здесь мы поставим с вами, да? Пускай будут стоять здесь. Так, Ариван, давай-ка вот сюда сместись. Ой, друзья, не знаю, что у меня на этот раз получится. Так, сын Мактанс. Погнали, погнали. Так, паучки. Слушай, они на паутине, по ходу дела, да, быстрее двигаются, когда проходят по паутине. Все, я понял. Так, эти у нас что, не активны еще? Пока не активны, друзья мои. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну-ка давай-ка подмогу. Блин, неужели... Да их тут что-то как-то многовато, если честно. Друзья мои, очень много. Не знаю, сможем ли мы с ними справиться, с этими... Да ладно. Что-то паршивенько на самом деле-то все. Но... Я думал, будет намного попроще. Так, эти у нас тут. Куда они бегут, друзья мои? Куда они бегут? Кажется, я понял, куда они бегут. Так, активируем. Нормуль. Так, ладно. Лесная жуть. Думаю, что нам это пригодится. Ну. А кто это у нас такие? Что это, друзья мои, за... Арвин? Откуда они здесь взялись? Я не понял. Так, ладно, это не важно, друзья мои. Сумеречный истязатель, а тут сумеречный каратель пойдут, да? А как они ходят? По какой дорожке-то? Вот так вот, что ли, бегут? Судя по всему, да. Значит, нам нужно... А что нам нужно? Мага поставить еще одного. Ну, давай попробуем. Я знаю, что у пауков иммунитет к магии. А у этих, по-моему, ребята, да, нету никакого иммунитета против магии. Поэтому нам выгоднее их так бомбить. Можно применить... Я не знаю, что лучше и как сделать. Давай так, наверное, бомбанем, да? Прокачаем с вами. Так, башенку, да? Захватили. Прокачаем, наверное, вот этого вот мага. Не знаю, будет ли какой-то эффект от этого или нет. Так. Ну давай, минусанули. Этого нам нельзя пропускать. Охламонка, что она делает, а? Правильно, вот так вот ее. Будет знать свое место. Так, последнего забомбили. Воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо. Вот, ребят, я так и думал, что будут какие-то маленькие говнючки-паучки, да? Шустрые причем. И за ними нужен контроль. Так, совсем-совсем мне вот это вот все не нравится, друзья мои. Вот эти вот пауки могут, наверное, тут пройти. Поэтому надо вот сюда вот поставить их. Так, секундочку, а что-то тут их... Слишком много. Так, что мы можем с вами сейчас замутить? Ну, могу бомбануть. Да, магией вот этой вот. Давай сделаем, наверное, молнией, да? Так, сюда дикого мага поставим. И нужно, скорее всего, нам прокачивать нашу пехоту, да? Потому что, да ладно. Слушай, вот эти вот яйца, да, отсюда они вылупляются. Вот эти вот мелкие паучки. И это нужно контролировать постоянно. Значит, сюда нам нужно влепить что? Мага, наверное, да? Давай поставим сюда мага с тобой. И следующая волна у нас Арахномант какой-то. Кто еще такой? Помешанные сумеречные эльфы, повелевающие ордами пауков. Призывает пауков и, умирая, создает пауков. Да это прям какой-то паучий король, елки-палки.
Слушай, мне не нравятся вот эти вот ребятушки. Ой, как не нравится. Слушай, сейчас будет, наверное, что-то очень жуткое. Ага. Ты смотри, что он творит. Вызывает вот этих вот мелких гадюнышей. Заморозили мы его. А что нам это даст? Ну, выиграем мы немножко времени, а там еще один ползет, да? Ого! Так, Карван, давай иди сюда. Ты мне здесь нужен. Вжариваем, вжариваем. Ай, там пройдут, наверное, нет? Сможем мы их там задержать или нет, друзья? Смогли. Нам повезло сейчас в данный момент. Ух, елки-палки, паукан. Тут у нас пауканы, ё-моёшечки. Сейчас будет их очень много здесь идти. Очень много. Причем они быстрые такие. Маги с ними не справляются. Они еще не легче. Что он делает, друзья мои? Обматывает мне базу, что ли? Ты посмотри, что он натворил, а? Да, друзья, но хорошо, что не на очень длинное время, да? Короткий промежуточек довольно-таки. Так, ну-ка, солидно. Так, Ариван, давай сюда быстрее, 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 потому что могут пройти. Мы этого не должны позволить. Да что ты будешь делать-то? Ты хорош, ты достал уже. Что он творит, а, друзья мои? Ариван, давай, наверное, сюда возвращаться обратно. Не пройдет никто здесь у нас. Разогнались, да? Так, что же нам тогда с вами замутить? Давай, наверное, вот так вот мы сделаем. От греха подальше. Мне в любом случае здесь нужно устоять, продержаться. Хочет этого или нет. Так, поток стрел прокачаем. Хотя бы на одну ступень. Это в обязательном порядке нужно. Так, друзья, нам нужно лесную жуть вот здесь вот тоже прокачать. Так, а что за драйдер? Что такое драйдер? Так, полупауки, полуэльфы. Эти жуткие отродья не знают ни жалости, ни страха. Высокая скорость, атака ядом. И создается из солдат? То есть она сама себя может сделать из солдат? Я так понял. Друзья мои, ну что-то тут вообще сейчас будет. Что-то с чем-то. Смотри, как она быстро передвигается. А ну-ка, если так. Но она ватная зато. Так. Сыны Мантаса тут прибыли, да? Я думаю, мы тут справимся. Так, бедный Ариван, мне нужно и туда, и сюда. Я не знаю, как это все дело законтролировать. Куда ты поперла? А? Ты смотри, что делает. Друзья мои, а тут-то мы сможем? Блин. Уж больно слишком много врагов. Вам так не показалось? Хранители леса, давайте, вставайте. Так, нам нужно вот здесь вот прокачать лесную жуть. Сумеречный мститель, драйдеры. Блин, мне вот не хватает сюда еще одного героя, друзья мои. Вот не хватает и все. Давай поставим, наверное, сюда лучника. И призываем следующую волну. Угу, мстители бегут. Слушай, а пока вот через эти вот порталы еще никто не выходил, друзья мои. Я думаю, что скоро кто-то появится. Не хотелось бы, конечно, но вот кажется, что так оно и будет. Ну, тут отлично все получается. Так, у нас есть еще, да? Давай, наверное, используем. Да чтоб тебя, не то оно совсем сделало. Не это я хотел. Так, он вызывает вот этих вот паучков. И это раздражает, на самом деле, очень сильно. Давай, наверное, круг жизни прокачаем. Бомбим. Магией, конечно же. По-другому и быть не может, друзья мои. Так, минус. Давай тут уже хламонку уничтожим. Отлично. Дальше кто у нас тут? Сумеречный мститель и драйдер. Я вот не знаю, вот сюда вот. Или где-то вот здесь, или вот здесь. Хотелось бы поставить мне наш круг камней. То есть друида, да, который будет бомбить. Причем массово. Ладно, вызываем следующую волну. Еще и отсюда попрут. Ладно, попробуем, ребята, Ах ты, охламонка, идет, ползет. Как тебя там, сумеречная жрица, да. Собственной, ребят, персоной. Я буду смотреть за ней, контролировать ее, грубо говоря. Ах ты, еще и отсюда вышла. Опачки. Как бы нам быть? Давай вот так попробуем. Заморозочка. Это, кстати, хорошо, что заморозка здесь сработала у нас. Так, сможем мы здесь или Арева назвать? Сейчас проверим. Нет, надо бомбить, друзья. Иначе все здесь плохо кончится.
Прокачиваем лесную жуть. И здесь волшебные лучники, да? Пускай будут. Так, поток стрел. Ариван, я надеюсь... Нет, я все-таки его сюда перемещу. Друзья мои, перемещу. Чтобы, мало ли, для подстраховки. Так, а тут у нас еще будет сын Манктоса. Очень много пауков, короче, сейчас побежит, да? Этих красненьких, быстреньких. Ну что же, поехали. Че нам ждать, как говорится? Вот они идут. Со всех сторон приземляется, ты прикинь? И вот они появились и отсюда идут. О-хо-хо. Смотри-ка, смотри-ка, что происходит, друзья мои. Если что, я молнию наготове держу. Но, наверное, тут она пока не пригодится. Пока. Так, давайте мы, наверное, будем докачивать наш круг камней. Пока справляемся, да? 320 нужно мне монеток. Сейчас мы с вами... Не надо, не надо, не надо их... Смотри, что они делают. Опа. Тут могли бы сейчас сфейлиться, друзья мои. Они чуть не прошли. Так, круг камней, круг камней. Будем с вами, наверное, делать строение великих друидов, да? Призывать медведей. Как вариант. Это нам должно, наверное, как-то помочь. Я надеюсь на это. Так, ну-ка. Заморозочка. Слушай, ну неплохо. Давай сюда вот этот вот ураганчик. Призовем нам в помощь. И... Все, двух медведей нам нужно будет сюда призвать, чтобы они задерживали вот этих вот пауков. И поставим, наверное, мы их вот сюда. Пускай вот тут будут стоять, да? Нет, 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 нет. Вот сюда вот. Здесь, как говорится, просто сплетение дорожек идет, да? Вот эти вот дорожки соединяются с этим. Тут еще телепорт, откуда они могут появиться. Так, паук-мечевик у нас здесь уже появляется. Сумеречный голем. Это этот здоровый, что ли? Ёпарсете. Я уже и про него забыл, на самом деле. Ладно, давай смотреть, друзья мои. Ох, сколько там, смотрите. И голем там идет. Слушай, вот это вот все нужно уничтожать быстрее. Потому что вот они, души эти сейчас будут у нас, да-да-да, захватывать наше строение. И голем в этот момент проходит, да? Твою же маковку. Причем идет довольный такой. Блин. Как быть-то нам, друзья? У него, по-моему, иммунитет к магии, да, если я не ошибаюсь. Я могу ошибаться, друзья. Не помню я, но бомбить его нужно однозначно. Давай, 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 да, в голема, все усилия по голему. Давай, друид, бомби. Так, нам что, хватит? Ползут. Ползут охламонки, друзья мои. Они пошли вот так вот. Таким путем, ладно, хорошо, пускай они идут таким путем. Ариван, давай-ка мы с тобой сюда переместимся. Потому что тут, по-моему, будет сейчас жарко. Еще один голем, друзья мои, идет. Еще один, блин, голем. Так, этого разбомбили, да? Слушай, давай вот так вот, наверное, ураганчик с вами вызовем. Как быть? Блин, мой маг почему-то очень слабенько по нему бомбит. По этому голему. Ну, неплохо, я тебе скажу. Ариван, давай-ка мы сюда с тобой переместимся. Ты должен мне здесь помочь маленечко. Маленечко должен помочь. Я знаю, что у тебя офигенная атака, так что здесь ты будешь полезен мне. Давай-давай-давай, голема бомбим. Есть. Фух, крутенько. Так, дальше у нас жрицы идут. Драйдеры опять. Так, и волна, это будет у нас 11-я, да? 11-я волна. У нас с вами, кстати, очень мало лучников. Я вот смотрю, у нас в основном одни маги. Поэтому будем лучников выставлять. От них тоже есть большой толк. Особенно против вот этих жриц сумеречных. Ну-ка, давай посмотрим, что у нас тут, ребята, будет происходить. А, вот они заходят в этот портал и отсюда выходят. Все, я теперь понял, друзья, в чем тут подвох. Мне все об этом понятно. Так, справимся? Справились, молодцы, по красоте. Так, ах ты, елки-палки. Смотрите, ребятушки, помните этого утырка? Я знаю, что он сильный, он очень сильный. Ну? Подбили, елки-палки. Я уже думал, сейчас пройдет. Так, Ариван, иди-ка сюда. Вот этого надо нам придержать, паренька.
Пус, молодцы. Вот это, кстати, да, ребята, это дикие маги так делают. Могут просто с удара наказать, убить любого противника. Подавляет, а? Ну ты посмотри, что делает. Ладно. Сделаем вот такой вот ход. Пускай у нас тут ураганчик побомбит. Ой-ой-ой, еще двое, друзья мои, еще двое здесь идут. Как нам быть? У меня нету суператаки, к сожалению. Минус один, хотя бы так. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну что вы там стоите? Вы будете бомбить или нет? Блин, они, ребята... Смотри, он поглощает там души, что ли, да? Забомбили его. Фух, ну, мой Ареван погиб. Смертью храбрых. Ну, не зря он погиб. Так, давай, наверное, золотые луки сделаем. Да, есть вероятность убить любого противника с одного выстрела. Ну, если, конечно, он прокатит. Так, ёпарасоте, тут еще стальные бивни вышли, да? Это кабаны, которые ускоряются при получении урона. Тыч, молодцы, по красоте. Опять же, груда пауков ползет. Обожаю, когда дикие маги вот так вот вытворяют. Просто классно они делают. Так, давай-ка мы, наверное, здесь траву прокачаем, да? Что мы, если что, замедлялись противники. Так, кабанчик. Ать, заморозочка. Шикарно. Так, тут у нас 300 нужно, да? Нам не хватает совсем немножко. Ладно, подождем, накопим. И алый приговор мы с вами выучили. Ну, правда, первая ступень пока еще. Первая, друзья мои, ступень. Не надо мне башню уничтожить. Вот ты смотри, что делает, а. Ой-ой-ой-ой, много-много-много вас что-то слишком здесь накопилось. Так, здесь разобрались. Все, друзья мои, нужно контролировать. Ты понимаешь, да? За всем нужно следить. Ничего пропускать мимо нельзя. Вот так вот. Ну что, у нас с вами сейчас будет 13-я волна. Это мстители у нас пойдут. Очень много, кстати. Арахмант. Ой-ой-ой, призывает своих пауков. Паршивых, а? Но смотрите, что... Да хорош ускоряться-то, парень. Ой, тихо-тихо-тихо, смотри-ка, сколько их тут. С этими нужно как можно быстрее разбираться. Хотя, ты знаешь, я сомневаюсь, что здесь будет у нас босс. Хотя, кто его знает. Так, ну что? Давай, наверное, еще прокачаем, да? Вот так вот. Чтобы было им неповадно здесь. Вот сюда, кстати, можно поставить, друзья мои, еще несколько стражничков, да? Чтобы они держали тут подходы. Ну, на них, по крайней мере, будут отвлекаться враги, а мы в этот момент их будем тут бомбить потихонечку. А еще если вот так вот сделать, то вообще великолепно будет. Так, заморозили. Солидно, кстати. А этот паучок и рад стараться. Все заматывает мне. Абсолютно все заматывает. Так, давай-давай-давай, друиды, бомбим. Надо их еще, наверное, прокачать чуть-чуть, да? Во. Ну эти... Вот эти вот, как их? Буцефал, величать его. А этот Квирон. Сын Мантас. Давайте, ребята, вызывать не будем смотреть. Это 14-я волна, предпоследняя. Так, голем бежит. Друзья мои, бежит голем. Я даже не знаю, на него как-то мне неохота тратить магию. Но, походу, видимо, придется сделать, да? О, нет. Не надо здесь появляться, парень. Ты слишком близко к нашей лунной дорожке, блин. Тебе здесь не рады, парень. Эй, сколько пауков-то здесь? Так, друзья мои. Тут-то как мы справимся? Нет, я что-то даже не... Я даже не знаю. Я очень сильно в этом сомневаюсь. Голема нужно уничтожить как можно быстрее. Так, ну тут, слава богу. Так, тем больнее падать. Уничтожьте 7 големов, пока они не дошли до середины этапа. Ладно. С големами мы разобрались. Так, друзья, что бы нам еще с вами замутить? Ну, во-первых, я думаю, что здесь стоит прокачать поющие клинки. Так, здесь нам нужно прокачать траву, хилку. По идее, и атаку надо бы прокачивать. Тихо, тихо, тихо. Куда это вы, кабаны, разогнались-то? Что-то уж больно вас много здесь.
Ладно, держим все, друзья мои, под контролем. Давай прокачаем здесь сон на всякий случай. Ну, мало ли он нам пригодится здесь. Так, кабан. Кабан не должен пройти, друзья мои. И сейчас, кстати, будет последняя волна. Сейчас будет следующая волна, друзья мои. Так, драйдеры, да? И сумеречные жрицы. И арахмант. Давай, последние, как говорится, войны у нас здесь пошли. Крит. Почему же ты критуешь, но не убиваешь сразу же? Вот это меня смущает, друзья. Так, делаем, используем все, друзья мои. Все используем. Заморозки, все, что у нас только есть. Все, что можем. Хорошо, как сейчас мы прожарили, а? Очень великолепно получилось. Давай сюда мы смерч вызовем. Так, победи 50 спящих врагов. Колыбельное, получил я достижение. Нет, 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 Ариван. Ариван, родной мой, смотри, что тут происходит. Ты посмотри, что здесь происходит. Чуть было мы с вами не пропустили вот этого охламона. Фу, слава богу, успели. Слава богу, успели. Так, что дальше? Что нам дальше сделать с вами? Применять. Применять все, что только можно. Так, тут прокачиваем по полной. Все, замечательно. Последняя, ребята, волна. Нам главное продержаться. Естественно, я хочу получить 3 звезды себе. Я не хочу 2. На 2 я не согласен. Ой-ой-ой, жрица идет. А тут еретик. Так, еретики решили пойти вот так вот, напрямую. Блин, ну как же мне дикие маги нравятся. Вообще просто имба, друзья мои. Ну? Почему у тебя так плохо срабатывает вот это вот мгновенное убийство? Я не понимаю, друзья. Все, что ли? Прошли? Да? На 3 звезды, как и полагается. Ну что же, давай посмотрим, что дальше нас тут поджидает. Открыт герой. Открыт герой. Какой, друзья мои, открыт? О, все! Ты прикинь, все герои открылись. Так, это у нас кто? Панда-монах. Чем-то напоминает мне этих панд из Варкрафта. Так, вечная птица. Феникс, да? Дальше идет у нас Дюракс. Элементаль. Лед, по ходу дела. Это кто у нас? Зачарованный меч? Лин. Так, лев-оборотень. Брюс. Так, падший ангел. Это Лилит. Изобретатель — это Уилбур. Ну и, как всегда, Фауст. Это дракон, ребята, драконий маг. Я думаю, что нам надо взять драконьего мага и попробовать его прокачать. Так, ярость дракона призывает 3 дракончиков, поджигающих тропу и наносящих 90 очков урона по площади за 6 секунд. Берем. Выдыхает поток волшебного огня, поджигающего землю и наносящего 90 очков урона по площади за 6 секунд. Ну, по идее, тоже надо. Так, смертельные драконьи заклинания. Наносит 100-185 очков чистого урона одной цели. Одной цели, да? Мощь рун Фауста переносит 2 врагов к началу тропы. Колдовская печать на 6 секунд лишит магических способностей вашего врага. Но я думаю, что это не обязательно. Вот что-то вот, вот этого и, наверное, вот этого нужно нам. Так, друзья, ну, упадок, давай прокачаем упадок. Ну что, будем выбирать Фауста? Или же пока не стоит, пока он не прокачанный? Ладно, возьмем, фиг с ним. Так, друзья мои, у нас с вами следующая миссия, да? Часовня Эллинии. Генерал, враги обосновались у статуи богини. Прямо сейчас Мактас и злодиция пытаются завладеть слезой Эллини. В тех местах живет сила, что дала жизнь нашей расе и исцеляла раны наших солдат. Пора дать решающий бой злу, посягнувшему на богиню, ибо от этого зависит жизнь нашего народа. Во имя света за Эллини. Так, друзья, подождите-ка, а точно мне здесь Фауст нужен? Он же не прокачанный, ё-моё. А я так понимаю, что здесь будет босс. Твою же маковку. Я знаю, что Ариван — это, конечно, имба. Он прокачан по полной программе. Ну и Фауста хотелось бы посмотреть. Ладно, друзья, я возьму все-таки Аривана от греха подальше. И поехали. Была не была, а Фауста потом посмотрим с вами. Тем временем в храме богини. Все прошло точно по плану.
Пришло время подчинить себе силу богини, но цена может быть слишком высока. Спокойно, обратного пути уже нет. Так, значит, паук, да, и злодейцы тут хотят наделать делов. Хорошо, что ты здесь. Успеешь полюбоваться на смерть своей богини. Так, они хотят разбить колбу, да? Все, я понял, друзья мои, это кто у нас такие здесь? Ох, как неловко. Так, что у нас тут? Сумеречные еретики, каратели, пауки-мечевики. Что будем делать, друзья мои? Так, укус вампира. Наносит 50 очков урона, пополняя здоровье перебежчика наполовину этого значения. Парные кинжалы. При каждой дальней атаке перебежчики кидают сразу 2 кинжала. Перебежчики отражают 20% полученного урона на своего врага. Слушай, ну это крутые чуваки, на самом деле. На самом деле, очень крутые. Я думаю, что нам... Блин, я прокачал их практически по полной программе. У меня не осталось даже денег для того, чтобы здесь самому что-то сделать. Господи, зачем я так сделал? Ладно, друзья. Блин, наверное, зря я так делаю. Короче, пробная заходка, если что, переиграем, да, друзья? Ты не представляешь, что тебя ждет? Я не представляю, на самом деле, что меня ждет. И как мы тут вообще будем с вами разруливать эту ситуацию. Очень много порталов, я смотрю. Здесь у нас, да? Так, интересно, эти-то справятся с такой кучей паучков здесь или же нет? Остается только гадать. Ух ты, ну они быстры. Они очень быстры. Так что, возможно, все у нас пока под контролем. Так, нет, надо смотреть все-таки. Мало ли что не так пойдет, а, друзья мои, да? Нет, с паучками они справляются просто на ура. Ух ты! А вот этот вот шпундель нам здесь не нужен. Ой, как не нужен он нам здесь. Так, башня эта... Ай, заколдована она. Ну давай, 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 давай. Этого еретика уничтожай. Так, мы его заморозили и должны добить. Какой крепкий, а, малый. Так, смотри. Отлично, друзья мои. Так, следующая волна сразу же пошла. Я всегда злодейка, даже когда нет. Это твои проблемы. Это твои проблемы. Так, у нас сколько? 384, да, монетки? Давай, наверное, дикого мага здесь сделаем. Куда вот они идут? Все, я понял, куда они идут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо, ты посмотри, а что мне здесь вы прикажете делать? Их тут дофигище просто-напросто. Так, лишитесь в боях 1500 солдат. Я уже понял. Так, ну-ка. Пробуем, друзья мои. Да что ты, делаешь не то, что нужно, друзья, да? Какую-то фигню, блин, вот это тут применяет. Иногда нормальное действие делает, а иногда вообще ерунду непонятную. Так, лесная жуть у нас прокачалась. Что бы нам еще сделать? Давай, наверное, вот сюда мы поставим с вами уже лучника. Ага, если бы у меня хватало монет еще. Смотри, сразу же идет и запутывает. Сразу же запутывает. Заморозили, отлично. Так, здесь мы, если что, на подмогу, друзья мои, на подмогу. Все, я понял, кого здесь нам не хватает. Конечно же, конечно же. Нам не хватает здесь обычных солдатиков. Да, смешно кажется, да, но вот солдатики-то здесь как раз нам и помогут. Они будут задерживать противника. И в этот момент мои воины будут... Тихо! Ариван! Молодец, спасибо, успел. Слушай, ну так дело не пойдет. Слишком, блин, дофига их тут, а? Мелкие, быстрые. Проныры, а? Но мы справляемся. Слава богу, у нас все пока под контролем. Нет. Нет, 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 нет. К этому я не готов. У меня нету. Или есть? Эти стреляют? Да, они стреляют. Это хорошо, друзья мои. А вот если отсюда полетят, это уже будет финиш. Здесь я не смогу прикрыться. Так, куда он ползет? Куда они ползут, а? Вжарить, что ли, магии, нет? Давай, наверное, вот так вот сделаем. Да что вот за ерунду вот делать, я не понимаю. Так, секундочку. Тут прокачаем по полной программе, да? От греха, блин, как говорится, подальше.
Слишком много их тут. Лучники. Лучники, 160 нужно, да? Пока не хватает денег. Молния, если что, есть. Если здесь будет уж слишком туго, придется нам, ребята, ее использовать. Нам придется ее с вами использовать. Здесь мы сделаем, наверное, волшебные лучники, да? От них, мне кажется, здесь толку больше. Во-первых, они выпускают по две стрелы. И у них есть, как там, ливень стрел, по-моему, называется, да? Атака. Ну и что вы все лежите? Отдыхают они тут, ай, дурачки. Ой, дурилки. Ладно, сдерживаем, сдерживаем натиск. Не расслабляемся, не плачем. Все должно быть по красоте у нас тут сделано. Влепить придется мне по ходу дела, да? Или нет? Смотрю. Так, тут справились. Так, ну что, друзья, давай, наверное, хранителей леса сделаем. Как обычно, по стандарту. Так, погоди-ка, а у меня не хватает, да. Не хватает. Тихо, куда вы собрались-то, не могу понять. Чё так много-то? Ну, почистили маленечко, да? Теперь должно быть полегче капельку. Так, друиды здесь стоят. Здесь тоже нужно нам с вами сделать хранителей леса. Так, дальше. Волшебных лучников не сделал, господи, забыл со всех про них. Ладно, друзья, смотрите, у нас вот весь акцент почему-то вот на этом пятачке сделан, да? Нам нужно его и вот здесь выставлять защитные базы. Потому что, ну хотя бы, вон, смотрите, идет Ахромант этот, как там его величать-то? Фигамант, короче, который пауков призывает. Да? А вот этот вот, ребята, будет у нас, как бы сказать тебе, 50 на 50, он будет работать на две дорожки. Либо сюда, либо сюда. Ну, для этого нужно будет их еще прокачать. Смотри, сколько их тут. Оу! Эй! Так, смотри. Друзья мои, их тут что-то чересчур многовато. Вот здесь их чересчур многовато. Влупляем. Так, а этого мы не подбили, да? Ладно, делаем так. Делаем с вами вот таким вот образом. Ну, так, если что, друзья мои, они будут работать на два фронта, как я вам и говорил. Да куда ж вы? Ну? Нет, 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 нет. Они не имеют права пройти, друзья мои. Один прошел все-таки. Один все-таки просочился. Ладно, это еще, друзья мои, не проигрыш. Один это не два и не три, да? Это всего лишь один. Давайте, наверное, будем траву, вот этот вот мрачный садовник, и круг жизни, чтобы хп восполнять себе. Так, пауки, погнали. Ну, эти пауки пока сосунки для нас. Их единственное, что очень много, и это тут главный жирный паук. Ох, ты смотри, что он сделал. Ты понял, что он сейчас сотворил? Он построил паутинку, и они по ней очень быстро двигаются. Это плохо. Это, друзья, очень плохо. Так, давай использовать-то, в конце концов, мы этим с вами не пользуемся. И зря. А ну-ка. Нам нужны с вами деньги, очень много денег, чтобы мы могли здесь отлично все расстроить. Так, надо нам вот сюда вот, в принципе, друида можно сюда влепить, верно? Круг валунов. Тебе не победить, эти все там радуют. Радуются, да? То, что я тут мучаюсь, видите ли. Ну ладно, хорошо. Тихо! Ты посмотри, сколько тут их много, друзья. Ёпрасоте. Навызывали тут паучков своих. Смотри, и там, и тут. Так. Наверное, нам... Нет, справиться, да? Справляемся. Пока все идет как нужно. Паукан и паукан. Значит, пауканы. Слушайте, а как этот босс будет выглядеть, интересно мне знать. Как мы будем драться с ним? Они сразу вдвоем, что ли, будут, или что? Я это пока не представляю, если честно. Так, летят, да, утки? А ну-ка. Молодцы, хорошо идет. Так, вот летающие паршивцы меня раздражают. Их можно не заметить, и они пролетят.
Так, давай дальше качать строение великих. Или, может быть, нам стаероса сделать? Нет, пускай будет у нас друид, который может призывать медведей. Я думаю, это будет оптимально для нас. О, шикарно. Давай медвежонка сюда, пожалуйста, мне. Так, здесь у нас что? Так, древнее дубовое копье, да? Прокачали немножечко. Сумеречный голем. Блин, опять, ребята, големы пойдут сейчас. Опять големы. Так, друидушка. Блин, голем этот не нравится он мне. Серьезно тебе говорю. А ну-ка. Заморозили. Слушай, ну неплохо. Давай, наверное, знаешь, что мы с тобой так, медведя, 350. Еще слишком долго ждать. Голем бежит, сломя голову. Надо его бомбить, конечно же, друзья, бомбить. Там еще один. Тебе не победить. Да, мишку быстро очень разобрали. Слушай-ка, так а тут вообще сейчас жесть будет. Смотри, их сколько здесь. Жриц-то этих ползет. О-о-о. Плюс два голема, а у меня и магии-то нету. Друзья мои, что делать будем? Что будем? Как мы тут будем с вами справляться-то? Ты! Погоди-ка. Я, честно говоря, не понимаю, как мы здесь можем выиграть. Они сейчас... Они просто пройдут. Просто продавят меня здесь. Так, секунду. Сейчас подумаем. Два голема всего лишь. Два голема. Лесная жуть. Прокачаем. Так, бомбит мой друид. Так, сильванское проклятие. До третьей степени нужно прокачать в обязательном порядке. Зачем использовал я? Так, друзья, ну что, у нас с вами десятая волна. Десятая волна. Пока пропустили мы с вами только лишь одного противника, и то случайно. И то случайно все это вышло. Так, погоди-ка секунду. Может быть, сюда тоже кого-нибудь нам... Мага, например, сделать, да? Я думаю, что будет самое то для нас. Ну, справимся, справляемся. Причем довольно неплохо. Так, прокачать. Лесных вот этих стражей нужно тоже, друзья, прокачивать по полной программе. Потому что иначе они будут какие-то неполноценные. Хм, сколько можно? Они все бомбят. Сколько можно? Сколько нужно, елки-палки? Пока я вас не выиграю... Столько мы здесь и будем с вами париться. Отлично, заморозочка. Так, здесь можно, в принципе... Нет, пускай будет дикий маг. Дикий маг мне вообще просто заходит на ура, друзья мои. Вот я вам серьезно говорю. Особенно вот с этой лесной жутью. Кто-то сказал, что не стоит прокачивать до третьей степени. А мне кажется, стоит. Потому что это дает больше шанс на то, что сработает она. Так, ладно. Здесь сильванское проклятие нам нужно докачать с вами будет. Сейчас мы это с вами сделаем. Хотя, погоди-ка. Откуда? Ох, у нас, ребята, берут... Нас берут в круг. Друзья мои, вот что я хочу сказать. Так, здесь ползу, да? Совсем не айс. И это только лишь 11-я волна. Чё так много-то вас? Это, по-моему, перебор, друзья. Так, влупляю. Отлично. Неплохо прожарил, да? Я бы даже сказал, великолепненько. Так, магия срабатывает вообще на ура. Прокачиваем по полной. Так, слушай, вот здесь вот... Вот здесь вот, наверное, надо будет... Немоту сделать. Это как раз против всяких жриц и так далее и тому подобное. Чтобы они не могли колдовать. Дорожку опять, да? Опять сделал дорожку. Ладно, друзья. Так, вот сюда мы поставим с вами лучника. Лучник будет у нас золотой. Вот так вот. Хоть он мне, конечно, не очень нравится, но пускай будет. У него, по крайней мере, очень дальняя стрельба из лука идет. А это тоже хорошо. Смотрите, смотрите, ползет, а? Опа, мы его пометили. И сейчас будем... Уничтожать. Тихо. Не надо слишком так сильно бежать. Эй, охламончики. Так, пауки со всех, друзья мои, щелей просто ползут. Заморозьте 100 врагов волшебными камнями.
Зима близко, достижение получил. Эй-эй-эй, что-то как-то уж вас тут чересчур многовато. Блин. Ух ты, даже не заметил, что их тут такая куча ползет, а? Давай-давай-давай, друиды, бомбите. Надо прокачать им копье древнее ихнее. По максималочке, да? Тихо, подожди, а где Ариван? Ариван, иди сюда, друиды. Сюда, быстро, все, толпой. Можно сфейлиться так, ё-моё. Из-за невнимательности. Ну, справились? По-моему, справились. Отлично. Так, Ариван, возвращаемся сюда. Так, и друидов тоже мы сюда с вами. Воу, хедшот был сейчас. И еще один хедшот, отлично, друзья мои. Так, ну что, у нас с вами 12 волна. Драйдеры, 17 штук. Потом жрицы опять. А, ладно. Я предлагаю вот сюда вот поставить мага. Желательно дикого. Нет-нет-нет, пух лопнул. Чем больше магов, да, вот этих вот у нас будет диких, тем больше врагов мы можем сразу с вами убить, уничтожить. Так, что тут творится? Что-то какие-то замуты, замуты. Не пойму, что они тут хотят сделать. Что-то хитрят, юлят. Ну, пауки, это понятное дело. Так, давай-ка мы метку с вами прокачаем по полной программе. И мага будем вот этого вот с вами улучшать. Так, а у нас здесь у всех прокачано? Да, у всех. Так, подожди, а вот тут? Все, нормуль. Так, я думаю, что вот здесь надо нам применить. Вот так вот. Всех поджарили просто-напросто. Круто. Ну что, ждем, друзья мои, 14-ю волну. Это предпоследняя, получается, да? Хм, подожди-ка, еще не все тут, оказывается, у нас прошли. Ладно, давай. 325, сейчас, сейчас, друзья, сделаем все. Сейчас все будет красиво. Слушай, я вот не знаю, а как этот босс пойдет-то у нас? Этот, наверное, паук будет, наверное, спускаться, да, запутывать мои башни. А это, наверное, будет злодиция бежать, и мы должны будем ее бомбить. Наверное, как-то так все это будет выглядеть. Поэтому нам нужно, наверное, везде здесь поставить башенки, да? Скорее всего. Так, раз, два, три. Три башенки я еще могу влепить. И я всегда злодейка, даже когда нет. Я очень рад за тебя, Маруся. О, ты посмотри, сколько тут. Посмотри, сколько тут. Вот так вот. Будете знать свое место, олухи. Так, волшебные лучники. Давай лучников прокачаем. Так уж и быть, волшебных. Так, поток стрел. Вырастите 100 колючих лиан. Боевой садовник, я получил достижение. Это, конечно, хорошо все, да? Что мы с вами неплохо справляемся. Но это еще не конец, друзья мои. Это еще предпоследняя волна. Так. Этот все, смотри, что делает. Он бы еще вот тут бы свою паутинку бы сделал бы, чтобы они просто взяли бы и забежали бы ко мне на базу. И все, и делов-то на копейку. Так, шикарно. Так, сон. Сон. Ну, сон, в принципе, друзья, не обязательно прокачивать по полной программе. Хотя он, они будут засыпать на дольше количество времени, по идее. Ураганчик у нас, вообще вот этот смерч, очень крутой. Очень наносит много урона. Так, давай-ка вот здесь, наверное, мы с вами докачаем наших стражей, да, лесных. И вот здесь вот. Так, и вот так, все. Тип-топчик у нас по полной программе. Так, кто у нас остался? Так, здесь все хорошо. Денег у нас 530 монет. Давай, наверное, вот здесь мы с вами поставим мага. Пускай будет здесь у нас маг очередной. Ну что, сумеречный голем. Големы, сразу начинается именно с них. Ладно, хорошо, откуда они появляются? Где этот голем? Вот здесь, да? Следом второй идет. Угу. Так, ладно, попробуем, ребята, здесь справиться с ними. Что-то вообще как-то
Не айс все идет, друзья мои. Так, медведи задерживают. Видишь, тут приходится и туда, и сюда смотреть, друзья мои, да-да. И тут контролировать надо, и там. И хоть ты разорвись. Так, одного... Ага, нет, ни одного еще не убили. Только вот сейчас вот есть минус один. Друзья мои, минус один голем. Так, еще один ползет. Еще один ползет. Так, ну что, нам придется делать так. Хорошо, предположим. Почему мы раньше не встретились? Не знаю, почему мы там раньше не встретились. И знать не хочу. Совсем что-то мне не нравится этот голем, друзья. Совсем не нравится. Так. Давай, наверное, высший маг эльфов будет тут у нас стоять. Вот так вот. Он, кстати, тоже неплох, вот этот маг. У него очень большой дамаг. Плюс он выпускает вот таких вот маленьких светлячков, которые бомбят потихоньку, да? Отлично. Слушай, все, друзья мои, это 15-я волна. И сейчас, по идее, должен пойти босс, да? Или нет? Что такое? Ломается! Че, сломает, что ли, мне? Упс. Мое, мое! Тихо, что такое? Ага, наше! Ты понял, в кого она превратилась? Так, друзья мои, бомбим! Что есть силы и скорость. Смотри-ка, она ржет, ей пофиг на все. Довольная. Тихо, 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 тихо. Так, Ариван, ты мне нужен здесь. Что она делает? Опа! Какого фикуса? Ты видел, что она сейчас сделала? Она уничтожила мне просто-напросто... Башенку. Ариван, да отойди ты, ё-моё. Заморозка на нее не действует, я уже понял. Смотри, что он там делает? Еще уничтожила? Зашибись. Так. У нее пол хп, друзья мои. Половина хп. Есть небольшой шанс, наверное, ее как-то уничтожить нам. Лишь бы она не уничтожила мне здесь еще базы какие-нибудь. Так, друзья мои. Я не знаю, у нее сопротивляемость, может, к магии офигенная. Так, Ариван стоит. Бомби, бомби, бомби ее. Не давай спуска. Еще минус башню. Друзья мои, ну это фигня. Получается. Так, 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 так. Давай, 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 давай. Ну, прожарьте вы ее, ну, пожалуйста. Я же вижу, как у нее здоровье уменьшается. Ну, есть. Это невозможно. Возможно, родная моя, возможно. Мы герои, город золотой и звездопад. Три достижения, друзья мои, я сразу получил. Мы победили, наконец-то все кончено. Это верно. Но цена оказалась слишком высока. Да, друзья, мы к этому шли долго. И дошли, наконец-то. Эти мы их пленили всех. В кандалы, как говорится, темных эльфов-истязателей. Ну что же, друзья, как вы понимаете, мы с вами прошли основную сюжетную линию, да, в Kingdom Rush Origins, но не забывайте, что у нас будет и второстепенные, дополнительные миссии. Давайте посмотрим, где они появятся. Так, здесь прошли, здесь, здесь и здесь. То есть, получается, ребята, у нас застава Темнолесья, врата Два романа. И Галандриасская стена. Вот такие вот, ребята, у нас миссии. Ну, естественно, мы их будем проходить потихонечку, но уже в следующей серии. А пока я прокачаю быстрый отклик. Подкрепление можно призывать на 5 секунд быстрее. Это, кстати, хорошо. Ух ты. Так, что там у нас? В лунные часовые берут только лучших эльфийских охотниц, сумевших оседлать гигантских пантер. То есть древо у нас прокачано по полной программе. Ну, в принципе, так и должно быть. Друзья, единственное, что мне, конечно же, хотелось бы посмотреть еще всех этих героев. Но я боюсь, это просто невозможно. Мы не сможем их прокачать всех. Но Фауста, я думаю, что надо обязательно прокачать. Лилит хотелось бы мне посмотреть, да? Падший ангел, я думаю, неплохо было бы. Плюс лев-оборотень. Блин, ну, каждый ведь герой по-своему индивидуален, да?
И хотелось бы, конечно, глянуть на их способности, их умения. Будем стараться, друзья. Ну что же, а на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!